Ребяточки, в предыдущем видео показывала, как я режу мясо протушить. Боже, вы посмотрите, какая вкуснятина у меня уже сготовилась. Я уже зелень добавила. Здесь всякие разные приправы. Пюрешечка варится. Ребята, такие ароматы стоят просто невероятные. Сегодня с пюрешкой, допустим, гарнир мяско. Это, да, будет с подливой. Завтра можно спагетти отварить. Роберт тоже очень любит. Вкуснятина. Вкуснятина прямо. Так, пюрешечка готова. Вкуснюшечка. Стоит на плите, чтобы не остыла. Роберт Боня пошел выгуливать. Сейчас вернется. И будет свежайшая вкусняшечка. И мяско я уже тоже выключила. Ой, ароматы какие стоят на весь дом, ребят. Все выключено, все. Все готово. Вкусняшечка. Ребята, ужин готов. Ну, скажите, что это некрасиво. А попробуйте сказать, что это еще и невкусно. Боже, какая краса. Вы знаете, красунница. Роберт, забирай еду свою. Ганя, you can take your food. Забирает пусть. Боже, какая вкуснятина это все. Я себе тоже сейчас сделаю что-нибудь подобное. Ой, вкуснотень. Всем привет, мои хорошие. Сегодня 2 октября. Вчера, оказывается, был день независимости Кипра. Поэтому не работали вообще ни стройки, ни строительство, ни ремонты, никто. Ну, супермаркеты работали. Сегодня начали они... Ну, это с Роберта, наверное, спальня лучше будет видно. Заканчивает вот эту крышу. Там столько они этого уже цемента засыпали. Короче, работа полным ходом идет. Какое-то волокно там положили. Что-то пол затирали. Короче... Мне так интересно, что там на выходе получится у них. Что будет? Ну, что-то хорошее будет, красиво. Может быть, это кухню они продлили. Там, где вот эта терраса была. Что-то кухня, может быть, будет. Ну, вот это точно барбекюшка. Ну, или гриль, или что это. Шашлык там, что там. Ну, что угодно можно же. Построили они. Мне вот интересно, что будет вот это там, где он ходит. Ну, это же не может быть просто пустоты какие-то. Может, они это все сплошным сделают? Интересно. Посмотрим. Работа полным ходом идет. А что эта машина делает, я не могу понять. А, и Роберт. Меня Роберт кусает. Ай, холодень-то. Это вода поступает туда. Вот тут ходит. Это из воды, видишь? Да, там что-то вода какая-то течет. А что это? А, это для... Ну, он вода течет. Ну. Супер-то спальня, это лучше видно. Вон, видите, он поливает водичку. Там прям работа кипит, ребята, я вам скажу. А этот парень на крыше цементом заложил уже все. Интересно. Что ж там получится?